Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Я думаю, все мы с вами помним тот момент, когда только добавили новые аганимы на новых героев типа Морф. И там было очень много багов. В тот момент Морф, он мог становиться копией союзника, при этом он мог использовать ультимейт союзника и все его скиллы. Но, к сожалению, это все пофиксили. То есть, например, сейчас я стану копией Чена, вот, я стал Ченом, да, и приручу себе существ, нейтральных крипов. Казалось бы, все хорошо, там бегаем, о, семья новая, там радости. Но есть одна проблема. Когда закончится этот таймер, все наши существа погибнут, понимаете? Это печально. То же самое с друидом, когда вы становитесь его копией и создаете медведя. К сожалению, медведь тоже умирает, хотя раньше такого не было. Но есть одна недоработочка интересная, смотрите. Я становлюсь копией Чена. И приручаем големов, наших любимых големов. Раз, два. Пойдемте, мои друзья, пойдемте побегаем. Будем с вами развлекаться и резвиться. Вот наши големы. Но я думаю, что умные люди понимают, что будет дальше. Хорошо. Да, вот вы видите, да, что умер голем, но у нас остались маленькие големы. Наши детеныши. Вот, в принципе, неплохая связочка, Чен плюс Морф. То есть, в итоге у нас 4 стана и плюс свой стан, если мы перекачаемся в силу. В итоге у Морфа 5 станов. Вы чуете, да, запашок победы сразу увеличился? 5 станов. Ну-ка, скушай. Сможешь кушать? О, видели? Скушал. Оп. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.